Друзья, в этом году Приднестровский университет выпустил молодых специалистов, ровесников нашей республики, которые уже начали свою самостоятельную жизнь во всех сферах народного хозяйства. А 1 сентября наш вуз открыл свои двери для новых, пытливых, активных ребят, которым еще предстоит пройти свой путь в освоении выбранной профессии. Наша молодежь – самая лучшая молодежь. Это наше настоящее и будущее нашего Приднестровья, которое я хочу пожелать мирного неба, испытания радостью каждый день, счастья и добра.